На календаре 25 июля. 25 июля 1928 года было организовано Самарское пригородное товарищество сельскохозяйственных кооперативов. Оно занималось производством, переработки и сбытом продуктов животноводства, молочного хозяйства и птицеводства. Такие организации были жизненно необходимы стране для перехода крестьян от старого мелкотоварного к новому крупному социалистическому производству. 25 июля 1935 года было принято решение о генеральной реконструкции курорта «Сергиевские минеральные воды». Об этой здравнице знали еще во времена Петра I, а официально она была открыта в 1833 году. Многие именитые гости поправляли здесь свое здоровье. Ежегодно 25 июля в нашей стране отмечают День сотрудника органов следствия и День речной полиции. В народном календаре сегодня день Прокла-Плакальщика. Такое прозвище святой получил за то, что с этого дня, как правило, начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы промокло», — говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от влаги. Этими другими событиями вошел в историю 25-й день июля. Замечательного вам настроения и удачи в делах!